Так, всем привет еще раз, народ. Значит, в промежутке между мы делали молочный коктейль. Хотел еще сказать пару слов о том, как узнать, как купить мороженое из натурального молока. Значит, делается это достаточно просто. Значит, есть здесь такой ГОСТ, на нем написано ДСТУ 4733. Вот, то есть видно, да, это ГОСТ 4733. Значит, сюда все равно входят всякие гадости, ну, как бы, иначе мороженое не будет храниться. То есть, сами можете прочитать. Вот, но тем не менее, при вот покупке, если вы увидите 4733, ну, лучше предпочтительнее, наверное, покупать такое мороженое. Это, скорее всего, здесь есть хотя бы, ну, 42% натурального молока, каких-то сливок коровьих, ну, скажем, это будет, наверное, полезнее для вашего организма и вкуснее. Значит, сюда входит мороженое 15% молочного жира, молоко коровича 42,2%, сливки с коровьего молока, сахар белый, кристаллический, молоко сухое, обезжиренное, эмульгатор, стабилизатор, монотодиглицериды, жирный кислот, камедь рожкового дерева, гуарава камедь, натуральный ароматизатор ваниль. Ну вот, собственно, ну, более-менее натуральное. То есть, такое мороженое покупать предпочтительнее, конечно. В стаканчиках, то, что сейчас на улице продают, я даже не знаю. Ну, то есть, как там определить. А вот в маркете вам будет легче разобраться, химия или натуральная. Все, пока.